Добрый день, сегодня анбоксинг, и у нас две коробочки. Это 2x2 и 4x4 от компании Moyo, которая имеет похожее название, на что похожее, одинаковое, VRM. Только двушка – это Weipo VRM, а четверка – это AOSU VRM. Я решил объединить обе головоломки в одном видео. Как бы в Инстаграме, кто видел фотографию, мог уже догадаться, почему. Но суть в том, что я заказывал цветные версии обоих кубиков. Ну а четверка пришла черная. Этот кубик осчастливит кого-нибудь еще. Я про него лишь вкратце расскажу. Ну а двушка у меня останется. Четверку себе буду заказывать другую. Если вы включили это видео ради 4x4, то смело мотайте к концу. В основном речь будет про 2x2. Давайте посмотрим коробочку. Новый дизайн. Все очень красиво и минималистично. Мы видим, что здесь нет бокса, как мы уже привыкли. И что стоит отметить, коробка для четверки меньше, чем коробка для 2x2. Интересный момент. Ну, давайте ближе к делу. Красиво написано, компания Moyo. Да, и у двушки еще есть значок 2019. У четверки такого нет. Ну, красиво, неплохо, приятно. В коробочке нас ожидает кубик 2x2. Он был в пленке, коробка тоже была в пленке. Я их, естественно, снял. И коробочка с аксессуарами. Такой пластиковый поддон, под которым ничего нет. Сама коробочка такая плотная, ну, внизу китайские надписи. И тут еще можно понять, что есть в черном пластике и цветная версия, как у меня. Что в коробочке? Не открывал, не смотрел. Возможно, что-то интересное. Конечно же, да. Это отверточка. Их уже много. Кстати, прозрачненькая. Обычно был, ну, обычный синий пластик. Запасные магнитики. Можно видеть, какие они маленькие. Сейчас сфокусируется. По-моему, не толщиной 1 мм, а диаметр где-то 2. То есть 2 на 1. И карточки. Карточка. Карточка и инструкция. Ну, такая скучная. По-китайски, по-английски. Ну, тут совсем прям, совсем чуть-чуть больше, как рекламный буклетик самой компании. Возвращаем все на место, кроме отверточки. Отверточка всегда пригодится. Перейдем к самой двушке. Я последнее время достаточно много крутил двушку, что не свойственно мне. Все потому, что вышли хорошие двушки, это Weipo магнитные. И недавно ко мне приехала двушечка Jean Lang, о которой видео выйдет попозже. Но до приезда в RM Jean Lang был моим основным уже. То есть не Гуагуан, который уже давно не сдавал своих позиций. Как вы видите, Гуагуан у меня в черном пластике, а все кубы я уже перешел на колоры, и даже четверку от черного пластика вынужден буду отказаться. Но двушка была очень хороша, и мне не хотелось ее менять. Поменял ее на Jean Lang. И именно на Jean Lang я наконец-то опустил свою сотку меньше 6 секунд. Чему радовался? Да, мое среднее время в районе 6, ну, 5-6 секунд. Как-то так. Ну, на соревнованиях мне не везет, и на прошлом чемпионате в Раменском двушку я что-то очень плохо собрал, выронил из рук. Ну, это больше моя криворукость, нежели кубик. И вот приезжает ВРМ сразу после моего возвращения из Раменского. Что можно отметить? Мы сразу видим увеличенное отверстие по сравнению с Jean Lang. Если посмотреть на Гуагуан, то все равно кажется чуть побольше. Хотя, возможно, это обман зрения.
Но такое, достаточно здоровое. Цветовая схема обычная, стандартная, ничего нового. Единственное, стоит отметить, что вот эти вот внутренние реберные элементы, по-моему, такие нигде еще не встречал. Понятно, что это сделано для облегчения, такой вот квадратный вырез. Но что-то я не припомню на других кубиках. Коснемся еще названия. Трешка V-Long Wire M, что означало without ridges, то есть без рюшек, без бортиков. Вот GTS 3M, который с ребрами, а вот Wire M, который без ребер, without ridges. Да, и здесь название оправдано. Но они также выпустили 2x2 и 4x4 с тем же названием VRM, поскольку похоже на мировой рекорд, World Record. Но в оправдание компания MOI представила еще фотографию прототипа двушки с ребрами. Я вот достал такое чудо циклонбойса и скажу, что ребра на двушке абсолютно бестолковая затея. Они, ну, не нужны, по крайней мере, мне. Они и на трешке-то не нужны. Ну, просто GTS 3M был настолько хорош, что ему это прощалось. Сомневаюсь, что выпустят двушку с ребрами, ну, чтобы оправдать название без ребер. Потому что пришлось бы и четверку тогда с ребрами выпускать, а это уже совсем... Я не знаю, кто это купил бы. Ну, как-то так. Понятно, что это PR-ход. Удачное сочетание букв. VR, без ребер, мировой рекорд. Трешка получилась хорошая. Почему бы не выпустить двушку и четверку? Но все это так. Да, это PR-ходы. Но сама двушка-то получилась очень хорошая. Я на ней крутил 1000. Вообще, радовался. Да, она не такая, как Жанланг. Более резкая. Но я все думал, кручу я VRM, вспоминаю Жанланг, отличный мягкий кубик, очень быстрый, очень приятный. Но результаты-то падают. То есть я после того, как обновил сотку на Жанланге, обновил ее на VRM. Это все-таки о чем-то говорит. Да, я, конечно, понимаю, что я редко крутил двушку и... Вдруг открутил 1000 на этом кубике, 1000 на этом кубике, и как бы само собой мои навыки слегка улучшились. Почему бы нет, я с этим не спорю. Поэтому я взял, когда докрутил 1000 на VRM, взял опять Жанланг, и там я опять улучшил свою сотку. То есть, ну, открутил там порог 100-200 и опять улучшил. Потом взял VRM и улучшил еще. То есть я остановился где-то там на 5.15, 5.20, вот на таком времени, дальше просто не стал крутить, чтобы, ну, было когда-нибудь куда-нибудь, чтобы было куда расти. Отличный кубик 2x2. Резкий, быстрый. Да, возможно, профессионалы в 2x2, кто там собирает за 2-3 секунды, расскажут больше. Но вот как бы впечатление... спидкубера со средним уровнем сборки 2x2. Это отличный куб. Но, что скажу. Если у вас есть Жанланг, то VRM он не сильно лучше. Он примерно на уровне. Это два кубика отличного качества и с отличными характеристиками вращения. Жанланг, возможно, даже чуть лучше. Ну, это лично на мой вкус. Но на VRM можно добиться абсолютно любых результатов. Ну, каких хочется. И тут как бы я часто говорю, что есть головоломки, которые сдерживают спидкубера, а есть спидкуберы, которые, ну, не показывают хороших результатов на головоломках. Вот 2x2 это та головоломка, которая даже не самая дорогая, тот же Юпо магнитный, да, на нем можно собирать за отличное время. MGC,
Отличный бюджетный куб. Но если из топовых выбирать, то для меня сейчас два лидера. Жанланг и ВРМ. Я еще вот ими покручу и выберу, какой из них. Но уже определенно точно скажу, что Гогуан, ветеран чемпионатов, который прошел их огромное количество, он уходит на покой, отдыхать. И эти два кубика теперь будут ездить со мной на чемпионаты. Мне так понравилось крутить двушку в последнее время, как бы время улучшается, что я даже подумал, что, наверное, точно куплю кубик 2x2 от Даян Тенгюн. И, возможно, если прям сильно так мне захочется, куплю Ган 251. Я ее сразу не покупал, поскольку модель 249, которая у меня вторая версия, мне не понравилась совершенно. И как бы то я тоже не спешил. Размер 49 мм этого кубика мне показался каким-то чересчур. Да и вот этот матовый неприятный пластик здесь тоже меня не порадовал. Ну, 251, он вроде бы более глянцевый, да и покрупнее. 51 мм. Кстати, размер кубика VRM 50,5 мм. То есть чуть больше, чем стандартные 50. Ну, не 51, как у Гана. Как бы все стремится к тому, чтобы быть ближе к трешке. То есть четверки уменьшаются, двушки увеличиваются. То есть удобный размер для трешки 55-56 мм. Вот это уже 51. Как бы много проблем в двушке из-за того, что она просто маленькая. Не очень удобно вращать тем, кто ее часто не тренирует. Поэтому особо мелкие они и неудобны. А четверки, наоборот, они крупнее, поэтому их уменьшают. Да, и вот четверка уже 59 мм. Углорез. Обычный для двушки. Он не сверхъестественный. Он есть. Углы флипнуть можно. Но для этого приходится серьезные усилия прикладывать. И за более чем 1000 сборок у меня ни разу ничего не флипнулось, не разлетелось. Ну, как бы я и собираю не так быстро, чтобы там какие-то агрессивные движения совершать. Ну, для среднего уровня моей сборки все как-то вот так. Отличная двушка. Топ-2 совместно с Жанлангом. Кто из них топ-1, я еще буду думать. Но если меня спросить, какой топовый кубик 2x2 я бы посоветовал, то это явно не будет ни Валк 2. 2.51 я пока Ган не крутил, не знаю. Даян, будем ждать. А вот из всего остального, там старый 2.49, гановский Валк, нет. Вот эти два. ВРМ и Жанланг. Отличные кубы. Перейдем к четверке. Я много крутить ее не стал. Да, кстати, посмотрим, чей косяк-то все-таки, что мне прислали не ту коробочку. Видим, что здесь вот черкашок есть, и он у колорной версии. Да? А внутри кубик из черного пластика. Все было запаковано в полиэтилен, поэтому очевидно, что это ошибка на заводе. А продавец мне именно так об этом и сообщил. Но эта четверка перейдет к другому владельцу. А, давайте комплектацию сначала глянем. Себе же я куплю цветную. Здесь точно такая же отверточка. Магнитики мы видим. Их два типа. Потолще и потоньше. Карточки. Тут такая же была в двушке. Это другая. Я не знаю, кто это. Не узнаю его. Если знаете, напишите в комментариях. А вот это инструкция побольше, чем в 2x2. Вот она вот такая вот. Ну, стандартная.
Как мы видим, коробочка для четверки меньше, но здесь и нет той пластиковой подставки, которая была у 2х2. А нужна ли она нам? Нет, не нужна. Коробочка меньше, должны быть, значит, меньше затраты на производство. Ну, возможно, кубики будут от этого дешевле. Как многие знают, мой основной куб AOSU GTS-2M, несмотря на то, что у меня есть Valk 4M, и, ну, я не стал покупать ган, крутил его неоднократно. То есть GTS-2M мой любимый куб 4х4. Тут ничего не поделать. Я, не задумываясь, приобрел VRM, предполагая, что это будет продолжение, ну, этой серии. Кубик GTS-2 имеет размер 61 мм. VRM размер 59 мм. Сначала могло бы показаться, что, ну, это мало, но для четверки это нормально. Компания Moy уже выпускала кубик Mi Long с таким же размером, я его крутил и дискомфорта не ощутил. Давайте сразу мешать и будем уже по ходу разбираться. Я сделал всего несколько сборок, чтобы ощутить вращение, характеристики, ну и проверить, как это, в принципе, все крутится. А крутится очень даже хорошо. Удобно, комфортно, приятно. Даже мне иногда возникает мысль оставить себе эту четверку, не отдавать ее никому, но нет. Я пересилю себя и закажу себе в цветном пластике, чтобы не было никакого цветного диссонанса в моих головоломках. Так, по вращению здесь все идеально. Магниты такие, как мне нравятся. То есть, если на валке они чуть сильноваты, хотя это сильно не мешало, то здесь все нормально. То есть, если вам нравится GTS-2M, то это тоже понравится. Опытные куберы, опять же, скажут, наверное, лучше. Но я здесь увидел все те достоинства, которые были на GTS-2, и не увидел тех недостатков, которые были на GTS-2. Там как бы локапы средних слоев, что-то такое. Ну, у меня они практически и не бывали, но и здесь их нет. То есть, отрицательных сторон я здесь не увидел. Возможно, сделал мало сборок. Возможно, не спорю. Но, как бы, если бы меня спросили, покупать, не покупать, я бы ответил, да, можно покупать. Отличный кубик, и я его могу рекомендовать. То есть это не то, чтобы компания Moy что-то сделала на волне хайпа. Одинаковые кубы. Что я тут не сделал? Ничего хорошего. Кубик не такой, как GTS-2M, но он хорош. Он удобнее, лежит в руках. Он приятно вращается. Он быстрый. А что еще нужно? Да, здесь не будет в углу моих сборок удачных, как обычно я это делаю, поскольку, ну, я не крутил ни сотку, ни тысячу на этом кубике. Возможно, когда ко мне приедет цветная версия, я на нем откручу много сборок, я сделаю еще одно видео, ну или как бы видео с каким-нибудь другим кубиком расскажу подробнее. Ну, это посмотрим, будет ли у кого-то интерес к этому, хотя вряд ли. Итак, понятно, что кубик хороший. Он быстрый, не шумный и отлично вращается, особенно вот трешка, что мне всегда нравилось на AOSU. То есть AOSU GTS и первая версия была хороша, вторая версия стала еще лучше, а VRM, по-моему, только в лучшую сторону меняется. Если у вас нет, скажем так, топовой четверки магнитной, то VRM прямо идеальный вариант будет. Если есть GTS-2, то, ну, и GTS-2 хорош, можно и остаться. То есть, ну, не на голову выше этот кубик. Он получше. Он хорош, то есть хочется освежить четверку, да.
отличная мысль. Но не обязательно, то есть это не революция. Быстрее бегите, покупайте. Просто очень хорошая четверка, которая лучше всех. Да, но не так сильно лучше, чтобы старую выбрасывать. Кубики у меня эти 2 на 2 и 4 на 4 уже порядочно. Больше недели, но я приболел, и поэтому не сразу записываю это видео. Если сравнивать с валком четвертым, то лично мне GTS всегда нравился больше, поэтому и VRM тоже больше нравится. Я, конечно, на среднем уровне собираю 4 на 4, там чуть меньше минуты, чуть больше минуты. Но когда на чемпионате в Саратове Дмитрий Добряков попросил у меня четверку для финала, я ему предложил GTS-2 и Валк. Он выбрал GTS-2, покрутил и ту, и другую, и собирал в итоге на GTS-2, и именно на этом кубике Дмитрий Добряков улучшил свое среднее время, ну, на тот момент, в Саратове. Может, он уже опять улучшил, но уже не моим кубиком. Так что GTS-2 – это все-таки отличный куб. И VRM – это куб, который не хуже, но, может быть, даже чуть лучше. Да, на мой первый взгляд. Возможно, он там через 1000 сборок развалится, не знаю. Но я сильно сомневаюсь в этом. Думаю, что все с ним будет хорошо. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.